Ежегодно 17 июля в России отмечают День авиации военно-морского флота. Дата выбрана в память о первой победе русских морских летчиков в воздушном бою над Балтийским морем в 1916 году. В Химкинском 21-м лицее для воспитанников летнего лагеря провели патриотический урок, посвященный празднику. Для ребят приготовили сначала беседу, потом будет аппликация методом торцевания. Это такая специальная бумага, дети делают аппликацию, она получается очень объемная, интересная. В презентации немного истории и что такое морская авиация, для чего она нужна, где используется. На празднике присутствовали лидер движения общественной поддержки Олеся Климачева и муниципальные депутаты Алексей Федоров и Руслан Шаипов. Они говорили о важности преемственности поколений. Сегодня патриотическое воспитание как никогда важно для нас, для нашей страны, для наших детей, для подрастающего поколения. И они позволяют понять и узнать детям, какими героями были наши предки. Урок состоялся в рамках нового патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Он направлен на жителей всех возрастов. В планах проекта – проведение различных историко-патриотических мероприятий, лекций, мастер-классов. Также запланированы и встречи с участниками СВО. В завершении патриотического урока школьники занялись творчеством, мастерили свой самолет. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.